Ребятки, сейчас мы с вами проверим, как работает волшебство в новом 2022 году. 1 января именно здесь, вот в этом месте, я потерял свой брелок сигнализации от своего самоката. Кто-то его нашел, и теперь он должен находиться здесь, на кассе этого магазина. Проверим, работают ли рождественские чудеса, ведь прошло уже целых 5 дней. Вернут мне его, или это прикол чей-то был, сейчас узнаю. Девушки мне сказали, что брелок мы нашли сигнализацию. Да, точно. Серьезно? Вы мне его отдадите? Мне он зачем забирать? А кто его нашел? Добрые люди. Я обещал по шоколадке, потому что найдет и отдаст. Да? Спасибо. Благодарю. Не теряйте, буду. Постараюсь. Ребята, первое рождественское чудо в новом году сработало. Брелок мне вернули. Это очень классно, потому что этот брелок нельзя купить где-то отдельно и перепрошить, потому что у меня нет, и вообще не продается это оборудование для их прошивки. То есть, если его потерял, то только целиком покупать блок сигнализации, в комплекте с которым идет два брелка, рабочий и запасной. А сам блок сигнализации стоит где-то от 500 рублей на Алиэкспресс, но сейчас, наверное, уже дороже, где-то 700 или 1000. В общем, мне его вернули, это супер прямо. Вот так все получилось.